22-й год, конечно, у нас был очень непростой, я бы сказала, даже сложный, неожиданный. И, наверное, кризисное управление было такое из самых важных компетенций, которые должен руководитель обладать. И мы не исключение. Конечно, вызов первый, что все наше планирование в 21-м году, в 22-м можно было выкинуть, потому что оно уже было недействительно. Планировали мы каждый месяц, мы уже не могли ни среднесрочное планирование делать, ни долгосрочное планирование делать. Это, конечно, сложно, потому что цикл стройки 2,5-3 года, и планировать в месяц достаточно проблематично всегда. Но мы с этим справились. 22-й год был сложный, но точно нас научил работать. А я считаю, что самое главное, что нужно было взять себя в руки, не поддаваться панике и просто действовать. Конечно, потребовалось, потому что люди все разные. Кто-то паникует, опять же, кто-то не паникует. Все по-разному реагируют. Конечно, некоторые сотрудники покинули компанию, покинули страну. И мы столкнулись в этом году с голодом с точки зрения работников. Долго искали людей, и IT-сотрудники уехали, и менеджеры там, по продажам недвижимости уехали. Но, тем не менее, стали набирать новых, и все в порядке. Я бы не стала бы разделять женщин и мужчин в этом плане, потому что, в принципе, хороший руководитель, грамотный руководитель, он, я думаю, заботится о развитии своих сотрудников. Может быть, у женщин больше эмпатии, и мы больше стараемся понять, что хочет наш сотрудник. Но вообще я считаю, что саморазвитие и личностный рост зависит, конечно, прежде всего от человека. Если он хочет расти и развиваться, то независимо от того, кто у него руководитель, мужчина или женщина, он обязательно будет развиваться. В 22-м году меня, наверное, мотивировали все сложности, с которыми мы сталкивались, потому что их нужно было преодолевать и невозможно было не преодолевать. Поэтому от сложности, цели, ну и амбиции, которые были, что нужно необходимо что-то сделать, чтобы компания жила, чтобы бизнес жил и чтобы клиенты были счастливы.